Как у бабушки в гостях. Ковер на стене. Ничего себе. Короче, день сегодня опять получился шикарный. Съездил на водопад. Такой вот итог небольшой. Потом в Солнечногорск попал за 500 рублей на УАЗике. Короче, там искупался в море. Офигенно. Вода холодная. Ну, терпимая. Так, нормально. Вот. Там покушал чебуреков крымских. Ну, тоже офигеть, какие вкусные. Мне понравилось. А вот. Потом, поскольку оттуда достаточно трудно выехать, потому что нет никакого расписания автобусов, какие-то маршрутки ходят через раз. Бывает, что ходят, бывает, что не ходят. Поэтому просто люди стоят, голосуют. Ну, и кто на чем уезжает, кто на маршрутке, кто на попутке. Я также встал там на остановочку, помахал рукой, минут 15 всего постоял. Остановились люди, сами они из Сочи, у них гостиница в Малореченском. Познакомил, короче, посадили меня, конечно, бесплатно довезли до Лужды, все. Познакомились с ними, пригласили к себе в гости. Понятно, что не просто так, в ихнюю гостиницу. А я, в принципе, все равно в ту сторону собираюсь ехать, поэтому, скорее всего, так и поступлю. 2-3 дня задержусь в Малореченском, потом уже в Судак. Вот. Погода немножко испортилась, такая прохладная, хоть и солнышко, но на улице не жарко. Привет всем. Сегодня новая локация. Водопад Джур-Джур. Пока вот поднимаюсь к ним все время в гору. Хрен знает, откуда. Какая-то еще дорожка. Может, туда вообще надо. Ой. Опять потрясающие виды. Природа хорошая. Горы, лес. Все, как я люблю. Поскольку в море вчера не искупался, потому что вечером что-то прохладно стало. Шторм еще небольшой был. Так. То в водопаде надо искупаться. Попробую. Если народу немного. От Алушты сюда приехал на такси до села Генеральское за косарь. Потому что подхватили еще попутчика, из-за этого цена поменьше стала. А так вышло 1300. Вот. Сейчас иду пешочком. Не знаю, сколько километров, опять не знаю, как возвращаться. Ну, до Генеральского пешком. Потом надо до Солнечногорска. Вайли, просто, короче, не знаю, город это или поселок. До туда надо идти пешком 8 километров или 7. Тоже по горам. Не знаю, если попутку не найду или там с джипом с кем не договорюсь, придется пешком ползти до Солнечногорска. Во. А там уже выбираться до Лужды. Либо, опять же, какой-то ночлег себе искать. Ну, посмотрим. Следующее включение уже, наверное, у водопада. Вот так вот.
Вот, свернули к водопаду. Все тут облагородили. Я когда в прошлый раз здесь был, тут, по-моему, чисто такие лесные тропы были. Не было никаких ступенек, лесенок. Ну, сейчас по леску хорошо, в тенечке. Сегодня тепло, кстати говоря. Теплее, чем вчера. И солнышко, небо вообще ясно. Вчера все-таки с какими-то облачками, тучками. Дымка какая-то. Сегодня нормально вообще. Ну, слушайте, классно. Там внизу какие-то еще лавочки есть, можно чай попить. Ну, в смысле, торговые лавочки. Чай с медом. На обратном пути надо обязательно жахнуть. Вот речка идет. Ступеньки пошли вверх. Ну и я понял. Вот, получается, над водопадом сейчас зашел наверх. Вот он. Пожалуйста, и сверху на водопадик. Эй-эй. Найти надо место для купания. Вот здесь искупался хорошо, водица прохладненько, аж спина заболела. Ну нет, так все отлично, вообще просто свежо. Ну вот, с водопадом отстрелялся. Жалко, что в самом не искупался, хотел, но что-то. Во-первых, там написано, что типа нельзя. Ну, типа камешек может на башню упасть. А, совсем мертвый был. Вот. А во-вторых, что-то я думал на обратном пути искупаюсь, все равно пофиг на запрет. Но что там народу так поднабежало дофига. Постеснялся. Ну, все равно. В самой речке искупался уже неплохо. Свежо, хорошо. Бодрит. Доперло до меня, что сегодня так народу много. Выходной же. Так, сегодня у нас что, последний выходной майский. Ну, в смысле, праздничный. И потом рабочие будни, людей будет не так много. И на вот туда надо будет везде
кататься. Завтра надо на Айпетри попасть. 100 пудов. А вот. Сейчас спускаюсь с горы. Сначала поднимался. Гора крутая такая, опять же. Вот. И какие планы? Как уже говорил, сейчас если найду до Солнечногорска, а он на минуточку прямо на берегу моря находится, город вдоль моря. Вот. УАЗик залезет. Туда попадаю, если более-менее рано, то тогда получается. Снимают меня тоже. Как вы здесь дубли. То тогда в море искупаюсь, там покушаю, все такое. Дальше буду пробираться. Вот. А нет, то будем посмотреть, что там дальше делать. Нормально до Алусты добрался. На остановке стоял, голосовал. Остановились хорошие люди. Познакомился с ними. Бесплатно довезли до Алушты. Сами они не очень далеко отсюда. Сдают тоже жилье, гостиницу у них своя. Пригласили туда к ним. Я вот когда тут все, ну считай, завтра уже из Алушты уезжаю. Еще, наверное, туда к ним заеду. Там пару дней погостить можно. А потом уже сюда поеду.